Есть у нас университет Иннополис? Конечно, есть. Поэтому нужно всех собрать в одно, ну, скажем так, организационно-правовое, как бы, единицу, если так можно выразиться, как в Росатоме было сделано, да, как Берия, великий организатор, он был очень талантлив в этом плане, он находил людей, вытаскивал из тюрьмы Королёва и всех остальных, соединял их с учеными, с производственниками, с практиками, и мы делали такие, как бы, ну, судьбоносные, как бы, решения для страны. Такой же принцип организационно нужно и применять, как бы, в сегодняшних условиях. Спасибо.